Всем привет! Сегодня я вам хочу показать поселок Сенной. Это небольшой поселок в Темрюкском районе на берегу Таманского залива Черного моря. Сейчас мы начнем свое движение с мини-сквера около администрации. Как вы видите, здесь есть детская площадка, качельки, лавочки. Это такое место отдыха. Этот скверик располагается рядом с ДК. Этот ДК достаточно часто проводит всякие мероприятия для детей в том числе. Поселок Сенной был образован казаками по велению Екатерины II. Вечерами здесь отдыхают люди. И мы с вами сейчас направимся в сторону моря. Пока мы вот направляемся с вами в сторону моря, я хочу сказать о том, что жилье здесь можно снять как в гостиницах, которые располагаются на первой береговой линии, так и в частном секторе. Так как здесь у нас залив Черного моря, то в принципе цены здесь на жилье будут невысокие. И сюда в основном ездят те, кто уже привык. То есть сюда, скорее всего, не забросят того человека, который никогда не был на море. Тут как бы по советам знакомых сюда ездят люди. Здесь очень много отдыхает именно родственников, которые приезжают к родным и здесь отдыхают. Им нравится такой более спокойный отдых. Сейчас мы вот проходим с вами мимо одного из кафе, таких ресторанов, который называется «Штурвал», и по вечерам здесь проходят всякие мероприятия. И если вы хотите более такой, знаете ли, спокойный отдых, то снимайте жилье подальше от этого места, потому что вечером тут очень шумно. Здесь не только можно покушать, также здесь дается жилье прямо на берегу моря. Вот мы с вами спускаемся до пляжа. Не так давно здесь прошел чемпионат по плаванию, и поэтому облагородили пляж. Как вы видите, здесь стоит надувной батут, есть сетка для игры в волейбол, навесы, лавочки. Я считаю, что очень неплохо облагородили пляж в этом году. Если вы хотите посидеть в тени, то вот можете расстелиться под деревьями. Качельки для детей. Вот видите, такие вот навесики. Очень хорошо, да. Прохладно, здесь так можно посидеть, отдохнуть. Это очень большой плюс, даже есть лежаки. Бесплатно все. Да, бесплатные лежаки. В этом году также сделали несколько спусков к воду. Был один центральный, вот этот посередине. Сделали новые мостики. Дети очень любят прыгать с пирса, который вот справа от вас находится. Видите, совсем немного людей. Вот сейчас мальчик прыгнул в воду. Отдыхают здесь в основном семьи с детьми, потому что здесь залив у нас не глубокий. Конечно, чем дальше отходишь, тем он глубже. Детям здесь очень нравится, потому что вода всегда теплая. Вот всегда абсолютно. Она теплее, чем в открытом Черном море, и теплее даже, чем Азовское море. Водоросли, конечно же, всегда вот так вот скапливаются у берега, но, в принципе, когда ты заходишь уже в саму воду, там их не так уж и много. Но Черное море тем и отличается, что да, оно цветет, поэтому избежать таких водорослей у вас не получится.
есть, но и купаться. Хотя наш поселок, в котором живем мы, не слишком отличается от Сенного. Тот же Таванский залив. Как вы видите, плещутся дети, с ними их родители, бабушки, семейный отдых. Я вот вижу, что вдали мужчина плавает с маской. Да, здесь мне тоже очень нравится плавать с маской, потому что здесь есть трава и очень забавно наблюдать за рыбками. Вдали находится фанагория, раскопки. Туда устраивают экскурсии, поэтому тоже можно по записи посетить раскопки, где вам все расскажут, покажут. Эти мостики очень удобные. Вам не нужно будет проходить по этой тине. Я считаю, что это очень хорошо, что люди могут и посидеть, и полежать, и под грибочком, да, вот укрыться от солнца. Да, все это бесплатно. Да, главное, это бесплатно, потому что на всех курортах на этом делают деньги. А здесь администрация подарила вот жителям такой хороший, я считаю, оборудованный пляж. Сейчас мы дойдем с вами до пирса, с которого все прыгают. Нередко летом здесь стоят такие мини-кораблики, яхточки, что ли. Здесь именно детям нравится, что море теплое, но детям хорошо. Вот именно детей не вытащишь из воды. А жители местные, кто здесь живут, дети вот все лето пропадают.